Всем привет, меня по-прежнему зовут Артем, и я по-прежнему во дворце спорта кузнецких металлургов. Поехали! Сегодня матч Новосибирской Сибири, принципиальное дерби для Сибири. Сегодня выясняем, кто же на самом деле хозяин всей Сибири. Я, как обычно, пытаюсь разыграть билеты. Следующий матч с уфимским Салаватом Юлаевым. У меня, как обычно, есть билеты. Я задаю, как обычно, всего один элементарный вопрос. Вопрос такой. В составе Новосибирской Сибири сейчас, на данный момент, на площадке находится легендарный игрок сборной Словакии, который 15 лет поиграл в НХЛ и внезапно для себя, скорее всего, под конец своей карьеры, приехал в Новосибирск. Назови мне имя и фамилию этого звездного игрока для Сибири. Я думаю, это Андрей Мизарыш. Правильно. Андрей Мизарыш, недавно перешедший в Новосибирскую Сибирь, легенда, почти уже легенда словацкого хоккея, он сегодня играет. Ты ответил правильно, ты получаешь от меня билет на следующий домашний матч Новокузнецкого хоккейного клуба с Салаватом Юлаевым. Покажи на камеру, что ты выиграл. Я напоминаю, любой может выиграть у меня билет, и я нахожусь всегда здесь. У нас традиционный блиц-опрос на матче. Вопрос элементарно, отвечаешь быстро, не задумываешься. Как ты думаешь, сколько хоккеистов в Сибири нужно для того, чтобы победить или завалить Райана Стоа? Ну, мне кажется, если они на Салака верхом станут, то двоих хватит. Двое. 22. Три. Пять. Ну, по-моему, троих он завалит. 100. Человек 5 минимум. Человек 7-8, где-то так.